днем, девчатки ночью, кошки. Брат с кошечки. Брат для девчонок, знающих толк в моде. В предыдущих сериях. Будьте обе готовы к тому, что я поменяю вас ролями. Оставайся после уроков. Пообщаемся. Подумаешь над моим предложением? Я согласна. Так значит, ужин в семейном кругу, толпа, детей, индейка. Ты о чем? Я не прочь приехать к тебе на ферму. Тебе придется танцевать, потому что я не стану. И я не отберу это у тебя. Твой отец перестал оплачивать обучение. Если наймусь в 6 мест, смогу здесь учиться и дальше. Так ты уедешь со мной? И в конце концов, ты летишь. Скрин Австралия и австралийская телекомпания представляют. В ролях Ксения Гудвин, Алисия Беннет, Дэна Каплан, Исси Дюрант, Том Грин, Джордан Родригес, Томас Лейси, Тим Пакок. Танцевальная академия. Мне приснился странный сон, будто я на кастинге. Начинаю танцевать и понимаю, что это одно из моих лучших выступлений. Все идеально. Под контролем каждое движение. Головокружение не пугает меня. Сначала я чувствую, что способна танцевать вечно. Но потом, что могу также упасть в любой момент. А когда просыпаюсь, уже не знаю, сон это или предупреждение. Продюсер Джоанна Вернер. Что, тоже не спится? Он меня разбудил. Какой ты заботливый. Да ладно тебе. Пойдем. Где вы пропадали? Я думал, твой приятель поможет мне с забором. Ну, может, тут последний день. Автор сценария Саманта Штраус. Как будто на Земле никого, кроме нас, больше нет. Режиссер Ян Уотсон. В будущем году все наверняка будут драться за места в спектаклях. Давай заключим договор. Ничего такого между нами. Хорошо? Занятия начинаются только в понедельник, но нас созвали пораньше. Ходят слухи, что будут выбирать соискатели на При де Фонтен. Это как Олимпиада в мире танцев. Она каждые 4 года. Ты вообще откуда? Из реального мира. Ух ты. На собеседовании ты обещал проявлять собранность. Я танцор, а не домохозяйка. Я хочу гордиться тобой. Только я отвечаю за свои поступки. Я хороший человек. Я добрый человек. Меня можно любить и уважать. Я свободен.
Всем спасибо. Разбираем растения на лето. Позаботься о них. Счастья тебе и удачи. Это верх эгоизма — слушать в машине собственную музыку. Милая, как я соскучилась. Саш, я уже убегаю. Но ты же только вернулась. Но он же Майлз Келли.